Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, мои зрители, мои подписчики, знали бы вы только, как я соскучился по этому процессу. После своего длительного перерыва, два с половиной месяца я не выкладывал ролики. И, к сожалению, я свое первое видео сейчас вынужден начинать с грустного события, со скоропостижной кончины Абдулкерима Идилова, более известного как няня детей Кадырова, как минимум трех сыновей Кадырова. Саламу алейкум, бро. Марш вогил, не пропадай больше так. Ва алейкум ассаляму рамкла баракату, бывший гурон. Барак Аллаху фик, брат, я постараюсь не пропадать. Но сейчас мне иногда приходится это делать, так как у меня появились крылья, как вы понимаете. Вы должны войти в положение и понять меня.